посещение пустыни Данакиль было третьим и последним пунктом путешествия в Эфиопию после посещения племен долины реки Ома и столицы страны Аддис-Абебы. Пустыня Данакиль находится в области Афар и является одним из уникальнейших мест на нашей планете. В то же время, по некоторым источникам, это самое жаркое место на Земле. Средняя годовая температура плюс 34 градуса, а летом температура может достигать 63 градусов. В то время, когда там был я, температура была плюс 45 днем и плюс 33-35 ночью. Регион Афар населяет народ с одноименным названием, который известен своими чудовищными обычаями. Но об этом позже, а начну все по порядку. Отправляется в Данакиль из города Мекеле организованным туром. В группе должно быть не менее двух джипов с кондерами, даже если едет один человек. Два джипа нужны на случай поломки одной из машин, так как сотовой связи в пустыне нет, по большому счету помощи ждать неоткуда. А температура там, как было сказано выше, совсем не маленькая. Итак, из гостиницы меня забрал джип, который отвез меня к первой остановке, в эфиопскую деревню, и должен был быть завтрак, и там уже находилась остальная часть интернациональной группы. Всего у нас было около 10 человек. Сразу было видно, что население деревни совсем не избаловано туристами, и эти с радостью позировали перед камерой, не прося за это денег. Еще после нескольких остановок мы наконец-то приехали к одному из основных привалов – в деревню народа Афар, где нас ждал обед, и в этой деревне к нам присоединился джип с вооруженной охраной, который сопровождал нас весь остальной путь. Вооруженная охрана нужна для защиты туристов от ребят из соседнего Сомали, так как уже были неоднократные случаи захвата заложников в этих местах. Ну и как сказано выше, народ Афар, проживающий здесь, практикует очень оригинальные обычаи. Вообще, о народе Афар информации совсем немного. Один из самых известных обычаев заключается в том, что лучшим подарком на свадьбу девушки от жениха является пенис врага. Даже известен случай, когда во второй половине 20 века один английский ученый попал под эту раздачу, но ему удалось выжить. Второй обычай заключается в том, что мальчик становится мужчиной только после того, как убьет своего врага. Конечно, этот обычай родился не просто так, а исходя из условий жизни, которыми этот народ живет на протяжении многих лет. В условиях, в которых живут афары, убийство – это вопрос безопасности и способ выживания всего рода, особенно когда идет борьба за скудные пастбищные ресурсы и воду. Чаще всего афары воюют из-за воды с своими соседями, другими племенами. Этой вражде более тысячи лет. Последний крупный конфликт был с 1992 по 1994 год. Тогда по местным меркам полегло много народу, около 200 человек. После перекуса я спросил нашего гида, куда можно сходить по нужде. Он ответил, что любое место нужно только отойти в сторону. Но куда бы я ни пошел, меня преследовали местные наглые мальчишки. Когда же я все-таки сделал свое дело, они стали злобно кричать: «Давай денег, это земля народа Афар!» Далее мы отправились к последнему привалу, перед подъемом кратера вулкана Эрт-Але. Там мы должны были поужинать, отдохнуть и, дождавшись вечера, отправиться на вулкан. Подъем занимает 2-3 часа и совершается ночью, так как из-за сильной жары делать это днем чрезвычайно тяжело. Когда мы прибыли на место, наша группа расположилась отдыхать, еды стали готовить еду, а охрана заняла свои посты. Когда наконец стемнело, мы отправились к вулкану в полной темноте, при свете фонариков, сопровождении гидов и вооруженной охраны. Подъем мне дался нелегко. Литровую бутылку воды я выпил за час. Если бы не парень из Швейцарии, который поделился со мной водой, трудно было бы представить, как бы я перенес этот подъем. А японца последние полчаса гидам пришлось вести под руки. Кратер вулкана видно уже на расстоянии. А когда мы подошли к самому кратеру, нам открылось поистине впечатляющее зрелище. Ночевали
примерно в 300 метрах от кратера вулкана, на матрасах под открытым небом. Поспав несколько часов, утром желающие еще раз могли пойти к кратеру и уже при дневном свете на него посмотреть. Именно тогда я и сделал свое одно из самых крутых фото. Обратная дорога до базового лагеря предстояла нам по застывшей вулканической лаве. И это мы отчетливо увидели только при свете дня. Следующим пунктом посещения у нас был вулканический кратер Дало, известный своими неземными пейзажами. В 1926 году при сильном взрыве образовалось озеро, получившее окраску фиолетово-желтого цвета. Далол находится на высоте 48 метров ниже уровня моря. Это самый низкий наземный вулкан. Находясь в этом месте, возникает ощущение, что ты попал на другую планету. Это и подтверждают астрономы, которые утверждают, что Далол похож на поверхность Ио, спутника Юпитера. Да, в пустыне Данакиль можно увидеть поистине уникальное проявление природы. Следующее интересное место в пустыне Данакиль – это соляное озеро Асаль. Озеро лежит на 150 метров ниже уровня моря и считается самой низкой точкой Африки. Асаль считается одним из самых соленых озер в мире, наряду с Мертвым морем. Озеро окружено плотным засолением почвы, и это создает очень необычные виды для Африки. Похоже, что все вокруг покрыто снегом. Эту соль добывают люди. Мне на самом деле трудно представить, как можно работать в такой жаре на постоянном солнцепеке, когда просто находиться в этой пустыне совсем нелегко. После того, как соль добыта, ее грузят на верблюдов, и этот караван отправляется в многодневный путь. Вот такое получилось путешествие в пустыню Данакиль. На мой взгляд, одно из самых интереснейших и уникальнейших мест на нашей планете.